Евгений Касперский, известный всему миру программист, дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Он приехал в Ханты-Мансийск специально на IT-форум. После встречи с губернатором Югры, а также большого пленарного заседания, Касперский в беседе с журналистом Юлией Суровой рассказал о вещах личных. К примеру, о своем отношении к вирусам, причем не только виртуальным. Почему он считает Ханты-Мансийск южным городом? И кто в мире самый наивный пользователь? Оказывается, есть и такие исследования. Кстати, сам Касперский тоже попал в топ самых опасных людей мира. Ну, на этот вопрос он лишь отшутился. Интервью с грозой всех киберпреступников в нашей рубрике «Гвоздь программы». Евгений Валентинович, здравствуйте. Я очень рада с вами встретиться. Для меня, когда говорят фамилию Касперский, первая ассоциация – это человек, который герой. Он борется с вирусами, с киберпреступниками. Это как, знаете, в мультике в старом, в Простоквашино, Крузенштерн, человек и пароход. Вот Касперский – это человек, и что еще? Бренд, команда, что еще? Наверное, все-таки будет правильнее сказать и безопасность, кибербезопасность. А сейчас, наверное, даже уже и кибериммунитет, потому что от вопросов защиты киберсистем мы постепенно переходим в разработку таких архитектур, киберархитектур, цифровых архитектур, что они не требуют антивируса, то, что они безопасные, это, что называется, безопасность by design. По умолчанию эти системы невзламываемые. Очень интересные задачи, которые мне сейчас очень нравятся. Если загуглить вашу фамилию, то вы входите в какую-то группу определенных людей, топ самых опасных людей мира. Чем вы заслужили такую славу? Не верьте всему, что написано в интернете. На самом деле я знаю, о чем вы меня спрашиваете. Это был такой очень-очень-очень желтый опрос. И на самом деле это ерунда. Ну посмотрите меня, ну разве я опасный человек? Но давайте все-таки поговорим об опасности в виртуальном мире. Для русского человека, по сути, все, что он не может увидеть, пощупать, потрогать, ну, не так и опасно. Поэтому эфемерный виртуальный мир с его какими-то жесткими законами уже на данный момент не предоставляет, ну, какую-то опасность для него. Напугайте нас. Может быть, действительно, мы чего-то не понимаем? Ну, на самом деле, вы сказали, что русский человек не может пощупать, не опасно. На самом деле, если посмотреть на национальные особенности разных территорий, то действительно есть нации, есть регионы, которые более наивны, более, так сказать, менее безопасны, которые верят всему и кликают на все. Так вот, действительно, у нас есть такое исследование, и самые консервативные нации, которые ничему не верят, и которые, для которых опасность — это вот что-то реальное, на самом деле это Скандинавия, Англия, то есть северо-запад. Спускаемся вниз во Францию, в Италию, там уже как-то более свободно люди, как бы менее консервативная. Когда мы переходим в сторону России, вот Россия, Казахстан, да, там все как среднее, а самые-самые, те, кто кликают вообще на все, те, которые вообще все равно, это Юго-Восточная Азия. То есть от северо-запад Европа, Юго-Восточной Азии, картинка полностью меняется, Россия посередине. Поэтому, когда говорят, там русский человек, там россиянин, то на самом деле мы посередине, мы не в самой красной зоне, поэтому не волнуйтесь на этот счет. А вот что касается кликают. У меня есть информация, что только югорчане, то есть жители Югры, с начала года отдали мошенникам 1/3 миллиарда рублей. То есть это всевозможные сайты, которые они свободно заходят и какие-то там покупки совершают, заказы делают. Как вы в этой сфере боретесь, пытаетесь помочь? Вот это очень-очень хороший вопрос. На самом деле, то, что люди ведутся на всякие интернет-разводки, это огромная проблема. И здесь только образование. На самом деле, в этом очень большая роль у журналистики, у изданий, у телевидения, для того, чтобы объяснять людям, что не надо верить всем подряд. На самом деле, что, скорее всего, если у вас кто-то очень добрый, вам хочет сделать что-то очень хорошее или спасти от чего-то, не исключено, что вас просто разводят на деньги. Поэтому у меня для вас очень хорошая идея. Они сделать ли вам курс на вашем канале, сделать курс про интернет-мошенников и то, что происходит в мире, и чего нужно опасаться. На самом деле это вполне реально. Вы встречались с губернатором Югры Натальей Комаровой. О чем вы говорили и к чему, каким интересным, может быть, проектом пришли, о чем договорились?
Ну о чем можно говорить со мной? Конечно же, о кибербезопасности. На самом деле, это не такой, это не самый сухой предмет. Он иногда бывает интересным, веселым, ну и, конечно же, важным. На самом деле, мы говорили о том, как мы будем сотрудничать дальше, что мы будем делать, причем не только в вопросы технологии и продуктов, но, допустим, в обучении, которое сейчас очень важно. Нужно как бы обучать не только людей, которые просто сидят в интернете, но и очень высокая потребность специалистов, которые строят новые современные киберсистемы в промышленности, например. Вы посещаете очень много конференций, мероприятий международного уровня. Это очередная, возможно, рутинная для вас. В принципе, визит в Ханты-Мансийск чем был продиктован? На самом деле, я давно обещал сюда приехать, и просто никак не получалось. И, наверное, немного спасибо коронавирусу, который освободил меня от разных других мероприятий, наконец-то удалось выделить время для визита сюда. И теперь я запомню Ханты-Мансийск как такой солнечный, светлый, теплый, южный город, в котором всегда хорошо, зелено. Вот только искупаться вчера не успел. Ну и последний мой вопрос. Вы боретесь с виртуальными вирусами, а с настоящими вирусами боретесь? Прививку от коронавируса сделали? Вы знаете, на самом деле вирусы биологические и вирусы кибер — это две очень разные вещи. Для того, чтобы защитить вас всех от нового кибервируса, это у нас происходит автоматически, это вот так вот все это делается. А вот сделать прививку от нового вируса, вот, который, вот этого, потребовалось полгода. То есть, понимаете, разницу в сложности кибер-зараза и биологическая. И вот на самом деле, когда мне задают вопросы про искусственный интеллект, я вот объясняю, вот есть вот кибер-интеллект, а вот есть вот настоящий, например, как вирусы. Вот кибервирус, он простейший. И он его моментально можно вылечить. А вот биологически гораздо сложнее. Вот, вот такая разница. А насчет прививки, сделали ли ее? Да, сделал. И всем рекомендую. Здорово. Спасибо вам большое за это чудесное интервью.